Ребята, всем привет, мы переходим на остров Иссанубар. Вон там вулкан. Этот остров не просто место, но момент во времени. Для меня время навсегда замерло в тот миг, когда я впервые встретился взглядом с Тирексом. Да, было дело. Я бы сказал, что мы не должны жить прошлым, но именно этим мы тут и занимаемся, да? Вот я и подумал. Раз уж мы оживляем вымерших динозавров, так почему бы нам не оживить вымершие парки? И вправду, почему бы нам... Welcome to Jurassic World. Слышали? Она сказала. Ах, какие ворота. Давай посмотреть. Во, вот так можно посмотреть. Вот они, те самые ворота. Только там было без надписи Иссанубар. Так, ладно, ребят, я сейчас удалю здесь лес, удалю воду, и мы начнем строить наш... мир юрского периода. Итак, ребята, как вы видите, я уже построил лабораторию Хаммонда, где я хочу вывести сейчас моминчозавра. Да, вот мне его захотелось вывести вот так вот нежно, хотя он требовательный очень к лесу, там, к пастбищу, но это не беда. Да, давайте увидим стандарт. 3% шанс. Обалдеть. Давайте вот, я, конечно, бы не ставил их, потому что у нас неограниченные средства, сами понимаете. Я могу этих маминчозавров сколько раз угодно выводить. Так, давайте одного такого, и другого мы видим какой-нибудь раскраской. Давайте почитаем. Горный, это серый будет, этот будет... Давайте побережье, хочу побережье. Все, выводим их. Так, здесь будет двое. Что, я построил 4 сразу. Больших электростанций, я что-то подумал, ну ладно, давайте сразу 4. И так, что бы я хотел? Я бы хотел поставить вот раз ее, и я бы хотел поставить, не туда пошел, и я бы хотел поставить вот, сейчас посмотрим. Нет, я бы хотел поставить вот, ну как-нибудь. Ну, не знаю, ну хотя бы вот так давайте, ладно. Да, давайте так поставим, хорошо. Давайте это все. Сейчас мы сделаем красивенько, соединим вот так вот. Можно даже... Ну, давайте так, ладно, все. Так, ставим сюда подстанцию вот такую вот маленькую. Пока у нас будут маленькие подстанции. Потому что у нас пока ничего грандиозного такого нету. Так, я хочу... ладно, пускай посетители будут приходить. Я хотел сразу закрыть парк, чтобы... Они заходили сразу такие, как много динозавров, там то все. Так, сразу по опыту. С брахиозавром. Мы ставим водичку вот здесь. Вот такой вот она, вот такая вот. Так, предлагаю вот здесь. Вот сразу лес поставить. Как можно больше леса. Потому что эти динозавры очень требовательны к лесу. Здесь можно длинношей вывести, там этих брахиозавров еще. Вот так вот по краю посадим деревья пока что. Вот так вот чуть-чуть. Затем мы посадим деревья вот здесь. Вот здесь еще точно. Вот здесь, 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 здесь. Вот так. Вот я считаю так более-менее. Да, вот здесь еще. Все, отлично. Теперь ставим ворота. Ставим заранее ворота. И я бы хотел, как это делается, я не помню уже, как это остров... А, все вспомнил. Настройки песочницы. Да, я бы хотел. Болезнь. Я хочу на этом острове расслабиться. Просто вот расслабиться и... Чтобы мы спокойно жили. Не хочу вот этих проблем там, то все. Опять... Я не против, я люблю решать проблемы. Но, блин, как долго, только 30%. Да, это я не ожидал. Я успею поставить. Я принял, смотрите, решение. Здесь я вижу такой маленький, так что здесь можно всякие поставить. Там рейнджеры, осу. Давайте здесь поставим их. Я принял такой. Вот нафига мне экспедиционный... Я, кстати, думал, типа, если поставить сюда экспедиционный центр, и на халяву, думал, будет у нас... Не, давайте далеко поставим. Ну, как-нибудь. Вот. Думаю, мы на халяву будем за
окаменелостями, но в итоге не вышло. Не получился лайфхак, так сказать. Так. Давайте вот так вот проведем. Аккуратненько, ровненько у нас все будет. Вот так вот, да. Затем мы поставим сюда же осу, центр оса. А можно сюда? Как-нибудь. Я просто хочу на этом острове сильно поэкономить пространство, чтобы у нас все идеально влезло. Все, что я хочу. Я хочу, кстати, вывести на этом острове всех динозавров. То есть их там 48 штук, но я не знаю. Я думаю, мы не всех увидим. Так что я предлагаю вам, если вы со мной согласны, вывести хотя бы этих, которые были в мире юрского периода. Я надеюсь, у нас гостей нет пока. Да, потому что я гостей сейчас пока не хочу особо. Так, станция рейнджеров готова, готова, готова. То есть, смотрите, мы уже заняли достаточно огромное пространство на острове. Здесь еще можно кого-нибудь вывести, таких одиночек. Типа эти гималохи. А нас засупят сигналов вообще. А, тут не. Ну тут нельзя посмотреть, но это нечестно. Ай, какая красота. Острова все по 5 звезд. Можно даже не париться. Просто у меня на прошлом острове я вообще парился со звездами. Ладно, ребят. Давайте пока остановимся. И подождем, пока они у нас выведутся. Итак, ребята, как вы видите, у нас вывелся маминчазавр 1. И сейчас выйдется второй, да? И. Да, вы. Все. Выпускаем первое. Обалдеть! По-моему, он выше брахиозавра. Мамочки родные, он реально выше его. Что-то разблокировали. Но он быстрее, смотрите, он быстрее, чем брахиозавр ходит. Блин, какой крутой этот момент. Класс. Блин, а он прикольнее. Как змейка. Так, ладно, выпускаем второго. Вау-вау-вау. Чё тебе не хватает? А, тебе все. А, вообще. Общительность, брат, я тебе сейчас зарешаю ее вообще. Ой, слушайте, а ему всего хватает. Класс, мне нравится. Вау. Класс. Давайте вы. Сколько у вас там должно быть хотя бы? Примерно. Социальная группа 2.4. Давайте еще. Подожди, а сколько вы? Ой, популяции у вас там много. Давайте выведем еще одного. Только другую окраску я хочу. Уже две звезды. Давайте горный. Ой, типа генстепей хотел сказать. Так, все, его выводим. Так, ты у нас какой? Ты у нас такой с оттенком коричневого. Блин, какой он классный, я не могу. Все, вам комфортно должно быть. Да, все им комфортно. Ху-ху, шикарно. Так, предлагаю поставить кормушки. Вот здесь одну. Вторую вот здесь вот. Вот так вот пускай. Ну, третью не буду ставить, ладно, она будет просто лишней пока. Видите, что я построил? Я построил от... Нифига у нас гостей, сколько их там? Полторы, ты не... Ё-моё. Я даже не ожидал. Я поставил центр безопасности и научный центр. Я так полагаю... А, здесь уже автоматом убралось? Класс. Хм, класс, здесь автоматом количество человек прибавилось. Мне это нравится. Еще увеличиваем вот так вот хотя бы. Нет, давайте уменьшим. Да, вот так. Ну, пока вот так пускай будет у нас. Так, фастфуд. Тут много людей. Давайте сделаем так, поставим динопир, у нас динопир минус. Давайте магазин подарков. Тут уже прибавлю, нифига их тут, а чё 4 сразу прибавилось? Ой, тут минус. Хотя минус не особо так важен, у нас неограниченные средства. Да, давайте, ладно, минус не так важен особо. Так, смотрим, чего не хватает. 70, так и знал то, что здесь не будет хватать. А там что, он нужен? Серьезно? Угу. Что нужно? Нужно попить, поесть. Понял где? Хорошо. Давайте поставим попить, поесть здесь. Все. И поставим попить, поесть здесь. А можно здесь? Ну как-нибудь, пожалуйста. Блин, нет, ладно.
Можно сюда? Нет, значит, сюда. Вот где-то. Вот. Все. Идеально. Так, ну ладно, все. Блин, моминчозавры-то классные. Общается. Да, я даже не ожидал сам, что они классные. Так, предлагаю вывести сюда. Мы как комарзаров, кстати, с вами не видели. Я не знаю. По-хорошему, а давайте двух брахиозавров, потом комарозавров. Или нет, подожди. Нет, давайте наоборот. Давайте лучше комарозавров начнем. Да, у нас их ни разу не было. Так что давайте выведем чуть-чуть комарозавров. Я не знаю, сколько их надо, чтобы им было комфортно. Я их просто особо не выводил. Мне они как-то не особо нравились. Так, спускаемся. 265. 292. Так, сначала обычного. Так, давайте одно расширение поставим. Да, вот такой вот. И потом еще одно влепим расширение. Так, давайте саванны хочу. Мне саванны вроде он, помнится, понравился. И давайте еще одно расширение поставим. Вот так вот. Так, модифицированный геном. Предлагаю джунгли, степей. Давайте джунгли. Что-то я не помню, чтобы я джунгли выводил. Так, ну все, отлично. Они кушают. Как они кушают? Ну-ка. Я пропустил. Блин, ну они крутые. О, как он кушает? Ну-ка. А, ну как обычно. Не, ну они крутые. Сколько там уже резерв? А, 45, все так же. Так, ну что? Потом. Потом кого? Предлагайте, ребят, кого можно вывести на этом острове. Посмотрим, кого мы здесь можем вывести. Так, что у нас по этому? 100. Ой, комфортно, все, ошибись. Транспорт сотка пока. Вот здесь, я не по... Минус 10. Как это? Почему? Идите туда. Почему сюда никто не ходит? А, сюда ходят, да? А, класс, сюда ходят. Ой-ой. Как неожиданно. Так, выходим из минуса хотя бы. Будем чуть-чуть получать. Мне как-то сейчас деньги не особо играют важную роль на данный момент. Вот здесь вообще 7 человек. Обалдеть. Перегульнули. Все, вот так ладно сделаем. Да, все сделаем так, хорошо. Так, ждем. Итак, как видите, мы вывели комарозавра. Этот первый наш комарозавр. Что по комфор... 2-7. У нас их 3, отлично. Шикарно, все. Они все готовы. Давайте выпускать по очереди. Все, класс. Кстати, я вывел третьего моминчозавра. Смотрите, какой он классный. Мне понравился. Такой, блин, классный. Пятна такие. Ну, я знаю, как я тебя назову. Смотрите. Пятнистый. Все, будешь пятнистым. Так, это как... Я рапторов решил вывести. Это был, я так полагаю, этот. Все. Что-то я рапторов захотел вывести. Тут подумал так. Думал, для них такого загона хватит. Слушайте, давайте даже уменьшим им загон. Потому что я хочу всех вывести динозавров. Но я не знаю, получится это у нас или нет. Давайте удалим вот эти стеночки. Кстати, здесь можно им соседям вывести дейнонихов. Но пока мы не будем этого делать. Пока мы пода... Есть, все втроем. Так, смотрим второго. Это, так полагаю, горный тип, да? Это саванны. Нет, саванны, я ошибся. Так, а вон тут тип джунгли. Я вроде, мне так кажется. Я помню вроде. Но они такие прикольные, маленькие. Они, а вот такие маленькие. Так, покажись. Да, это тип джунглей. Все, 2-7 должно быть, а я их трех вывел. Всех по 3. Сколько будете жить? Ох, как эти будут жить, как моминчозавры. Я предлагаю сюда еще. Блин, кстати, можно апатозавров. Не, давайте не апатозавров.
Комарозавр был. Момент сейчас. Да, все, давайте сюда брахиозавры, и все, больше никого не будем выводить. Да. Предлагаю сделать так. Так, дождевых не понравился. Стоп. Давай дождевых. Потом выведем, пожалуй, болотистый хочу я. А, ну все, давайте их троих тоже здесь сделаем так же. И давайте, я не знаю, дождевых давайте. Один дождевых, вот так вот. И у нас два дождевых. А, блин, у нас два дождевых. Ай, ладно. Все, готовы три раптора, ждем четвертого. Сейчас мы для них обустроим. Я хочу смотровую галерею уже поставить все-таки. Давно я не ставил галереи. Так. Ага, я знаю, что рапторов можно как-то поставить. Так, нет, мне не нужна такая дорожка. Я хочу сделать все ровненько. Да, у нас будет как минимум укомплектовано все. Так, я предлагаю, может, здесь еще одну. Хотя не. Что если... у меня есть идея. Можно здесь заселить кому-нибудь еще из хищников. Так, сразу же. Убежище. Мы ж не поставили убежище ни одно. Так, вот здесь одно ставим убежище. Переходим сюда. Где-нибудь здесь надо тоже оставить хотя бы одно. Здесь влезет? Должно. Так, она пока не влазит. Это плохо. Ага. О, круто влезла. Давайте поставим, ну, еще одну. Можно? Где-нибудь. Пожалуйста, ну влазила же. Блин, не влезет, ладно. Так, что у нас по тут? 4, да вы чё шутите? 58 подарков. Вы чё? Блин, вот как это иногда раздражает. Так, 58 подарков. Здесь что, типа народу много? А, ну да, здесь народу много. Так, шопинг. Все. Потом еще. Игровые вообще не пользуются никто, я так полагаю. Фастфудом. О, тут все пользуются фастфудом. Там, где на пир, сразу минус, там чуть ли несколько тысяч. Вот так, 900 будет. Так, все, сейчас мы тут все сделаем. Так, пошлите в этот фастфуд. Да, здесь, как я и думал, все забито. Обалдеть. Класс. Так, ну все, посмотрим по рейтингу. Обалдеть. Плохая пропускная способность? А, Телли. Сколько? 52% перенаселенность парка выси. Ё-моё, как же это много. Обалдеть. Даже я не ожидал. Так. Ну, ставься где-нибудь. Вот здесь я предлагаю поставить. Да, я здесь предлагаю построить отельчик. Потом мы его по миллиметражу вот так вот присоединим. Да, сделаем вот так. И сделаем, построим здесь, во-первых, фастфуд. А во-вторых, магазин подарков. Блин, нет, давайте сделаем вот так вот. А, нет, давайте вот так вот сделаем лучше. Да, давайте сделаем вот так. И я хотел еще поставить веселье. Влезет? Не влезет. Плохо. А вот так вот влезет. Давайте вот так поставим. Да, смотрите, у меня появилась идея. Делаем вот сюда дорожку. Делаем вот сюда вот дорожку. Делаем вот сюда вот дорожку, чтобы они ходили сразу и туда, и туда. Так, ставим подстанцию. Вот здесь влезет. Вот влезло. Перфекто. Все, класс. Так, рапторы все вывелись. Теперь нам нужно поставить... давайте вот здесь. Вот здесь такое озерце. Потом вот здесь чуть-чуть леса. Здесь чуть-чуть леса. Здесь чуть-чуть леса. Здесь чуть-чуть леса. Вот так. Ну и вот здесь я предлагаю. Ой-ой-ой, это много чуть-чуть. Блин, пальма одна осталась. Ай, ладно, давайте так, все. Выпускаем всех рапторов. Где он? Вот он. Так вот выглядит наш... о, у нас, кстати, 3 звезды уже. Круто. Эх, раптор.
две. Да, ему всего хватает сейчас. Отлично. Все. По популяции сейчас мы все увеличим. Так, я даже не знаю. Давайте поставим вот здесь одно мясо. Вот так вот прямо перед зрителями. И поставим козочку где-то. Ну, вот сюда поставим. Без разницы, пускай будет оттуда выбегать. Все. Так. Что у нас по этому паттере? Все, отлично. Фух, справились. То есть, можно больше уже не переживать здесь. А, брахиозавр не удалось. Какой это? Я не знаю. Это болотистый. Да, это болотистый, я заметил. Так, болотистый. Болотистый. Выпустим брахиозавров. И на этом мы сегодня завершим наш выпуск. Вот так вот. В следующем выпуске мы продолжим строить наш Ислан-Нубар. Наш парк на острове Ислан-Нубар. Как обычно, тут много людей. Дамы и господа, рады сообщить, что в парк перебор. Доставлен велоцираптор. Очень рады сообщить. Если вас сожрут, мы не виноваты. Сразу предупреждаю. Так, магазин подарков. Прибавить. Все. Очки ночного... Ох, тут минус. Очки ночного зрения. Вот так вот. Дамы и господа, так, рады сообщить, что здесь тоже максимум. Я вот не рад, если честно. Если эта зараза будет все время пытаться сбежать, я буду очень не рад. Все хорошо. Так. Все хорошо. Да, все отлично. Везде все хватает. Подарков мало, ты шутишь. А это что? А так, обалдеть, вы что, шутите, что ли? Давайте где-нибудь снизим цену, чтобы они прибежали. Да, давайте вот так сделаем. Типа, ура, цену снизили. Все? Нет. Как вы что, шутите, ребят? Может, не это, режим отображения? Шопинг. Все? Тихо, стоп. Нет. 54. Но везде по 100. Так, а здесь что? Блин, да ладно, серьезно, из-за шопинга. Не. Я очень не рад. Так, что это? А, можно выпустить брахиозавра. Давайте выпустим. Вот наш первый. Пошел. Тип дождевых лесов. Нам что-то разблокировано. Давайте выпустим второго и ждем третьего. Третий выведется, и мы заканчиваем на этом выпуск. Слушайте, а он меньше получается, да, мамичезавра? Ну-ка, давайте посмотрим. И... Да, он чуть-чуть меньше его. Так, вот. Давайте поставим третью кормушку высокую, вот сюда вот. Да, все, хорошо. Вода есть, все, им комфортно. 94 комфорт. Опа, вот, ой, брахиозавр. Ты меня расстраиваешь. Давай вот здесь почистим. Здесь чутка почистим. Главное, чтобы он вглубь не уходил леса, а то все. Капец будет. Ну, убирайся. Почему не убирается? Вот, все, комфортно? Да, комфортно все. Пастбища хватает. Блин, ну-ка. Да, он меньше его. Прикольно, ладно. А, это опять низ наш. Ну, все, ладно. Раптор, я забыл. Все, им комфортно, им всего хватает. Отлично. Их четверо? Так, у меня есть одна идея, как их назвать. Так, смотрите. Давайте, это будет Чарли, потому что, ну, вы понимаете, кто это. Это будет Чарли, он потому что похож по окраске на него. Давайте дальше посмотрим. Так, ты. Ой, ты прям на эхо похож. Давайте эхо. Осталось Блю и Дельта. Так, ты кто? Ой, ну похож. Только здесь серый цвет на Блю. Так, а здесь... Скорее вот это эхо. Да, давайте это эхо. Эхо. Так, где у нас? Вот. А ты кто у нас будешь? Блин. Чарли можно было бы назвать.
Да, давайте вот это Чарли будет. Ладно. От того мы сменим на Дельту. Дельта. И давайте Блю. Вот она наша Блю будет. Блю. Все. Ну, потому что она более-менее похожа на синий. Ну, как бы это серый, ну ладно. Да, это же горный. Да, это горный. Так, ладно, ребята, я предлагаю на этом закончить выпуск. Сегодня мы вывели очень большое количество длинношей. То есть два брахиозавра, три камарозавра и три маминчозавра. Ну что ж, думаю, у нас получился выпуск такой очень прикольный. Всем спасибо за просмотр, подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем, рассказываем о своим друзьям. И всем до скорых встреч, всем пока.